Не боюсь. Тебе не холодно? Нет. Село Капуловка Никопольского района Украины. 5 февраля мужчина с супругой и другом пришли к самодельной проруби, чтобы снять процесс купания на камеру мобильного. 38-летний мужчина перекрестился, прыгнул в прорубь и уже не выплыл. Через несколько секунд стало ясно, человека уже не найти. Прибывшие на место спасатели обнаружили тело погибшего на глубине 4 метров в 20 метрах от берега реки Чертомлык. Известно, что полынью вырезал бензопилой друг утонувшего мужчины. Никто не знал, что у реки сильное течение. Такая же трагедия случилась 19 января на реке Оредеж в Ленинградской области. 40-летнюю женщину, прыгнувшую в необорудованную купель, унесло течением под лед на глазах у детей.